Hello guys, в новом канале. Что ж, всем привет, вы на канале Тока Джимми, с вами мы, и сегодня я буду делать стрейкидс Тока Бока. Это моя любимая кей-поп группа, поэтому я очень надеюсь, что у меня это получится. Что ж, начнем. Первый у нас на очереди это Банчан, лидер группы. Кстати, всех участников я делала по групповой фотографии, и поэтому там у них были достаточно похожие прически, и у всех получились, ну, очень похожие прически, и там некоторые даже повторяются. Что ж, это, кстати, мой любимый участник группы этой. Дальше я создала Феликса. Что ж, просто посмотрите, как я его создавала. И, в принципе, потом перейдем к следующему участнику. Следующий у нас Чанбин. Что ж, и опять-таки, посмотрите, как я его буду создавать под музычку. На этих кадрах я уже начинаю делать Джисона. Кстати, хочу сказать то, что если вы не успеваете смотреть за результатами, то не волнуйтесь. В конце видео будут показаны результаты всех персонажей. На этих кадрах я уже начала создавать Чунина. И, в принципе, опять-таки не знаю, что говорить, поэтому послушайте музычку. Тут я создаю Хёнджина, и я очень долго мучилась его волосами, потому что на этой фотографии он в берете, и там видна лишь только малая часть волос. Я достаточно долго с ними промучилась, но все-таки потом получилось более-менее похоже. Ну, хотя я не знаю, это уже судить вам. И тут я его начала пересоздавать, потому что у меня там закончилось место на телефоне, и пришлось все заново делать. Ну что ж, и мне опять-таки нечего говорить, поэтому просто послушайте музычку и посмотрите, как его создаю. Я делаю уже предпоследнего участника группы, это Сэнмин. Также мне пришлось поменять одежду Хёнджину, потому что мне больше понравилось, как эта одежда смотрится именно на Сэнмине. И последний участник это Минхо. Я сначала вообще не знала, какую прическу сделать, но потом все-таки решила сделать ту, которую делала уже многим, потому что по мне она получилась самой похожей. Что ж, я уже заканчиваю создание всех участников, и сейчас будет результат. Что ж, а на этом все. Я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!